К главному празднику сельскохозяйственного года готовится вся Брещина. Это великая дань уважения и признательности аграриям, труженикам полей. Город гранитодобытчиков готовится к встрече передовиков, хлеборобов, механизаторов, водителей. Традиционные приготовления охватывают буквально все сферы. От модернизации и благоустройства дорог и дворов до капитального ремонта зданий. Вместе со специалистами целого ряда строительных организаций многие объекты доверены пинчанам. В этом году нам доверили в городе Микошевичи основные объекты привести в порядок к областным дожинкам. Это две центральные улицы, улица Ленинская, улица Первомайская, детский сад номер 2, дальше дворец культуры «Гранит», где будут проводиться основные мероприятия по награждению хлеборобов, и капремонты домов по улице Первомайской, 7 домов. На масштабных работах задействованы практически все подразделения стройтреста номер 2. УМСР-36 на благоустройстве двух улиц. СУ-100 на капремонтах домов. СУ-138 на детском саду номер 2. И СУ-63 на других объектах. Занимаемся благоустройством, делаем дорожки, пешеходные, велосипедные, заезды к домам, остановки. Здесь надо будет 7 остановок новых поставить. Такими же ударными темпами работают и другие специалисты филиалов стройтреста. Силами нашего предприятия выполнены и закончены, сданы в эксплуатацию, можно так сказать, объекты, это жилые дома по улице Франциска Скорины 9, Первомайская 6, Первомайская 3. Также производим капитальный ремонт жилого дома по улице Ленинская, 31. Перед нашей организацией стоит порядка около миллиона сумма. Но основной объект – Дом культуры республиканского унитарного предприятия «Гранит», которое, кстати, стало победителем главного республиканского профессионального конкурса года «Строительный Олимп-2024». Первыми оценили преображение города и труд строителей сами жители Микошевичей. Нравится. Все к лучшему. Я работаю в больнице, поэтому у нас тоже все там устраивается. Все красиво. Ждем, когда уже будет порядок и когда все будет замечательно. Очень хорошо. Город будет красивый, будет выйти куда посмотреть, прогуляться. И с детишками, и внуками. Сегодня, по оценке мэра города Микошевичи Александра Дедовича, на большой строительной площадке города горячая пора. Работы идут на всех фронтах. А это практически все самые важные социальные объекты. Сейчас более активно включились строители уже в работу, понимают, что осталось мало времени. Самые важные, наверное, объекты социальной направленности – это у нас городская больница вместе с поликлиникой. Наверное, это самое важное, что нужно сделать. Объект планируется, наверное, у нас под посещение высокопоставленных чиновников, которые у нас приедут в гости на наш праздник. Вот. Также работы ведутся активно у нас на детских садах. Это второй и четвертый садик, который у нас в капитальном ремонте. Город хорошеет, преображается на глазах. Все понимают важность предстоящего события и стараются вложить все свое мастерство и умение в каждый порученный объект. Я думаю, что жители по достоинству оценят все проведенные работы, все усилия строителей, которые они затратили и которые приложили руку к этому.